Марш согласия в столице. В Киеве прошли собрания общественных организаций, которые защищают права потребителей. В числе прочих мероприятий участвовала и запорожская делегация. Все подробности в нашем сюжете. Марш согласия проводился по инициативе Союза общественных организаций «Велика Рада». Почти 200 человек собрались на Европейской площади, чтобы поддержать реформы власти. Сьогодні реформи, які проходять у нашій державі, це так, як ми кожен в сім'ї робили капітальний ремонт у будинку, і з нього нікуди не виїхали. Це завжди потрібно, щоб були і терпіння. Це треба, щоб у великі кошти і, звичайно, потрібний час. Активное участие принимала и наша делегация. Почти 70 человек приехали из Запорожья, чтобы выразить свое мнение и внести предложение по улучшению жизни в стране. Такую возможность наши земляки получили в ходе заседания круглого стола под названием «Философия оптимизма» или «Кто поднимет имидж власти». Делегация наша привезла не только одну из многочисленных групп, так сказать, общественных организаций, но, естественно, и привезла конкретное предложение. Прежде всего, это совершенствование закона о защите прав потребителей, совершенствование норм гражданско-правовых, касающихся расширения прав и свобод наших потребителей. По словам Дмитрия Сухинина, эти предложения – результат научно-практических конференций, собраний специалистов и бесед с потребителями. По результатам научно-практической конференции мы приняли обращение общественной организации «Велика Рада» о поддержке курса президента и плодотворной работы власти с народом. По словам Надежды Лукашевич, в Украине больше 50 тысяч общественных организаций. Если все они объединятся под одним флагом, флагом Украины, и поддержат реформы государства, страна быстрее и легче переживет этот болезненный период реформирования.